Галерея современного искусства «Стерх» приглашает всех желающих принять участие в выставочном проекте. Экспозицию под названием «Обская дикая барокко» планирует показывать все лето. А вот уже 2 мая галерея готова принять работы от мастеров, желающих экспонироваться. Это могут быть графика, скульптура, керамика, декоративно-прикладное творчество, арт-объекты и даже фото и видео. Единственное условие – обращение авторов к любым региональным мотивам в контексте барокко, придуманного или реального. Также к работам можно приложить аннотацию.